Я что, не прав, что ли, Аста? Вот скажи. Вот с тех пор, как ты познакомилась с ним, твои проблемы решались? Нет. Ну, ты сказала мне, что ты любишь этого человека. Поверил тебе? Выслушал тебя? Нет. Ну, то есть я могу предположить, что он искал повод от тебя избавиться. Почему ты все еще хочешь быть вместе с Сузаном? Хватит! Что бы ни случилось, он до сих пор мой муж. Я не хочу, чтобы ты говорил такие вещи о нем. Аслан, я ведь не говорю тебе ничего плохого. Я лишь хочу, чтобы у тебя все было нормально. Ты... Не нужно видеть Аслан. Мама, кто пришел? Нам с тобой нужно поговорить. О чем бы вы ни говорили, будете говорить в суде. Не вмешивайся ты. Мы будем говорить сейчас. Ладно, давай сделаем это на улице. Что тебе нужно? Послушай, я не хочу, чтобы это дело затянулось. Сколько бы ты ни хотела денег, я все тебе отдам. Я на все согласен. Главное, чтобы мы поскорее развелись. Я и ранее говорил тебе, что мне от тебя ничего не нужно. Ни копейка, ни куруш не нужен, понимаешь? Интересно, о чем они говорят? Господин Фатиха, а вы почему такой напряженный? Нет, ну просто очень скоро... Будет заседание суда. Он может попытаться манипулировать Аслым. Как-никак они все еще муж и жена, и есть много тем, о которых они могли бы поговорить. Ты пришел сюда, чтобы это сказать мне, да? Чтобы я взяла у тебя все, что могла, а потом оставила тебя в покое, да? Неужели ты совсем меня не знал, Озан? Да, я не знал. Все твои действия и слова, все было ложью. Когда ты врала мне, изменял мне, ты не была такой честной. А сейчас не надо мне тут делать вид, что ты невинная. Как ты смеешь? Я тебя ненавижу. Я-то сильнее. Озан, держись от нее подальше, иди отсюда уже. Увидимся в суде. Здравствуй, дорогой Тарык. Отец, доченька. Посмотрим, как же все будет происходить. Ты быстренько все решишь. Аслан ничего не сможет получить. Такие задачи тебе по силам. Я не понимаю, зачем Узан решил использовать эти доказательства. Хорошо, они хотят развестись, но... Не нужно именно в таком ключе все делать. Это непривычно для Узана. Аслан виновата в том, что происходит сейчас с его мамой. Она изменила ему. Ну что это, она еще компенсацию какую-то должна получить, что ли? Да, согласна. Озан? Мой дорогой. Как ты? Нормально, Берчин, нормально. Покончим с этим, и мне будет лучше. Все готово? Готово. Не хочу, чтобы нас со Слым что-либо связывало. Надо сегодня покончить с этим.
Что случилось, доченька? Это мое второе появление здесь за эту неделю, мама. Как же такое могло случиться? Как я могла докатиться до такого, мама? Чем я это заслужила? Будь сильной, доченька. Будь сильной, ты невиновна. Эти дни останутся позади. Астон, пойдем.